Приветствую вас на своем канале, микрофон Данил Добро, канал Быстрый БК. Немножко расскажу про Calibri OS. Это у нас самая легкая операционная система. Как мы видим, тут она поддерживает несколько этих файловых систем. Весит 1,4 мегабайта. И выпущена в 2004 году, момент теста 2024 год, начало 2024. Так, ну, разумеется, тут можно скачать. Скачал я вот этот тут Live SD образ. Есть еще и другие образы, если этот не подойдет. Тут у нас есть русский язык, я качал русскую версию. Для запуска этой операционной системы нам понадобится виртуальная машина, например, VirtualBox. Я создал уже вот эту вот саму штуку. Вот она сразу же стартует. Так, давайте-ка сейчас покажу, что я настроил, какие настройки применил. Так, по системе тут у нас процессор. Я выделил целых 4 процессора, и этого оказалось более чем достаточно. И по какой-то причине даже при таких 4 процессорах эта операционная система может умудриться зависнуть. Учитывая, что у меня тут не самый такой уж прям простенький процессор стоит. Ну, возможно, просто виртуальная машина как-то не очень хорошо распределяет ресурсы. Так как мы ее устанавливать не будем, то количество памяти не имеет значения. Она работает, то есть получается у нас с флешки, либо с дискетки, без особых проблем. Вид мы выбираем режим масштабирования экрана. Переключить, это чтобы у нас было почти на полный экран. Так, теперь мы Ctrl нажимаем, чтобы закрыть вот эти вот окна. И все, мы можем пользоваться данной операционной системой. Она очень быстро запускается. Тут у нас есть системная панель. Посмотрим, сколько... Так, артефакт какой-то пошел, странно. Системный мониторинг. Тут у нас 3%. И 394 оперативки вставляет из 511. Окей. Вроде бы все норм. Тут у нас, как вы видите, есть всякие настройки. Даты, время, питание. Достаточно много всего. Даже есть установка драйверов. Ну, окей. Все, разумеется, операционная система... Так, что-то она вся затупила, залагала. И зависла. Интересно, почему? Я не знаю, почему. До этого все работало. Вот такая вот операционная система. У меня зависла самая главная мышь. Так, придется выключить и перезапустить еще раз. Хотя до этого все работало прекрасно. Ну, попробуем еще раз, может второй раз повезет. Все запустилось. Закроем уведомления, закроем вот это окно и продолжим. Так, вот откроем тут систему мониторинга. Тут у нас 23% из 512 потребляет. И когда эта вот штука будет такая вот вся вот полностью заполнена, это значит проц у нас заполнен под соточку. Тут есть у нас игры. Я думаю, игры это самое интересное, то, что тут есть. Ну, классические игры. Я сейчас самое интересное открою, покажу. Так, трубы. Вот это самая такая вот интересная игра. Вот сейчас обратите внимание, у нас под сотку загружен процессор, хотя мы даже ничего не делаем. Это у нас игра такой лабиринт, управляется все кнопочками. То есть не мышкой, а клавиатурой. Так, тут надо открыть дверь. Пройти. Вот мы прошли. Давайте-ка сейчас откроем. Посмотрим. Вот. Ну вот почему-то оперативки он почти не потребляет, эта игра. Зато проц под сотку загружен. Так. Идем дальше. Тут есть игра Doom. Ну, ситуация та же самая по потреблению. Тоже сотка процессора. Ну, тут, к сожалению, эта игра открывается совсем не на полный экран.
В остальном же все работает и очень даже хорошо. Так, тут почему-то нельзя пройти. Так. Ладно, закроем эту игру. Так, тут надо нажать на Y. Все, вот у нас уже прос сразу спал. Нагрузка, все, стало нормально. 3-4%, как и было. Еще тут какая есть интересная игра. Танчики, тут головоломка. Но почему-то она вот тоже опять совсем на маленький экран. Можно, конечно, так вот передвинуть в центр. И тут смысл в том, что нужно дойти до флажка. Ну, сложность, разумеется, повышается. Еще тут есть вот такая интересная игра. Тут можно ее поднастроить. Можно поменять даже цвет. И скорость повысить. После чего старт. Вот как видите, у нас он стал желтеньким, был раньше другим цветом. И перепрыгиваем через препятствия. Вот такой платформер. Простенький. Ну, не допрыгнули. Так. Ну, кстати, это одна из тех игр, которая запускается на полный экран. Так, что у нас дальше из интересного из игр? Тут есть морской бой. Можно играть с компьютером в морской бой. Так, ну, змейку все знают. Тут она такая простенькая. Так, это я вообще не знаю, что за игра. Есть Тетрис. Так. Есть еще вот такие танчики. Ну, по графончику мне она что-то не очень нравится. Но... И... В принципе, танки тоже тут особым интеллектом не обладают. Так, какая тут еще есть интересная игра. Вот есть тут вот такая игра. Все понятно. Ну, такие логические. Это шашки. Еще тут есть шахматы полноценные. Смотрите-ка. Очень даже норм. Так, вот это я не знаю, что за игра. Пятнашечки. Тасовка. Вот. А, тут надо... Клавиши не работают, только мышкой. Не так удобно. Все-таки клавиши, мне кажется, удобнее. Ну ладно. Крестики-нолики, смотрите-ка, тут какие прикольные. Это вот как раз тут надо... По-моему, 5 в ряд поставить крестиков. 1, 2, 3, 4, 5, да. Вот некоторые игры тут вообще запускаются вот на такое маленькое окошко. И играть в это, ну, как-то, на мой взгляд, не очень удобно. Так, закрыть ее просто так нельзя. Тут у нас человечек вот этот зелененький, он бегает, надо собирать тут и не сталкиваться с другими. Так, вот какая-то еще есть свинья. Ну, большая часть игр все запускается, все нормально. Тут, тут надо. Ну, главное не попасться. Все. Игра очень даже хорошая. Для таких слабых компьютеров, разумеется. Тут игра, которую вообще, по-моему, невозможно пройти. Потому что я... Попытался, вот очень сложно попасть. Потому что они, блин, очень часто падают. Так. Ну, в принципе, все такие самые интересные игры я запустил, показал. Вот, собери 4. Игра называется, тоже интересно. Только тут какое-то поле больно маленькое. Может, побольше можно сделать. Навигейм. Больше не делается.
Ну ладно. Так. Вот эту игру я не совсем знаю, что тут надо делать. Да. Тоже не знаю. В общем, логические игры тут довольно-таки сложные. Это надо найти пару. И еще тут какая-то была интересная игра. Так, вот, вот это вот. Тут у нас управление кнопками. О, тут есть масштаб окна. Во! Вот это я понимаю. Почему по умолчанию не сделали такой? Не знаю. Тут у нас надо оплетать препятствия. По-моему, он должен еще уметь стрелять, если я не ошибаюсь. Как? Я... А, вот. Нашел клавишу. Все. Это мы уже играли. Ну и какой могу итог сделать по этой операционной системе? То, что она, во-первых, рассчитана на очень слабенькие компьютеры, но не на очень слабенькие, потому что вот конкретно вот этот компьютер, который на 500 мегабайтов, в принципе, большую часть игр тянет вполне нормально. Вот тут у нас вынесена часть игр на рабочий стол. Тут еще есть, кстати, интересная 3D-демки. Ну, самое интересное, это, например, 3D-шный лабиринт. Еще тут есть 3D-волны какие-то. Ну, то есть это, в принципе, такие картиночки просто. Так, тут надо чуть подождать, чтобы создалась картинка. Так. Вот фейерверки, пожалуйста. И шестеренки. То есть это такие тесты небольшие на самом деле. Графики в основном. Тут, к сожалению, почему-то у меня не подхватился аудиодрайвер, поэтому музыку послушать не удастся. Документацию можно открыть, почитать. В интернете полазить. Так, скриншоты. Странно. А, вот загрузились. В общем, тут такой простенький браузер, но, в принципе, если прям вот очень нужно залезть в интернет, его хватит, чтобы прочитать какую-нибудь статью. Посмотреть, конечно же, видео тут не удастся, скорее всего, потому что драйверов тут таких, скорее всего, нет. То есть операционная система рассчитана под такие древние компьютеры, где хотя бы должно быть 500 мегабайт оперативной памяти и более-менее нормальный процессор с двумя ядрами, скорее всего. Потому что я вот 4 ядра поставил, он под сотку, как видите, их забивает. И нормально. Ну, я так думаю, что, возможно, связано еще с тем, что 32-битная операционная система и просто эмулятор плохо 32-битную систему, в принципе, поддерживает. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.